Приставы произвели сильное впечатление на жителей Ярославля. Люди в погонах ловили должников на стоянке у моторного завода. Готовы были арестовать машину ярославца, который задолжал по налогам и страховым взносам. Однако этого не понадобилось. Мужчина тут же отправился в отдел и выплатил сумму в несколько сотен тысяч. Отмечу, сотрудники работали по специальному приложению «Мобильный розыск», которое устанавливается на сотовый телефон. Программа указала еще на 2 автомобиля. У одного задолженность 570 тысяч по кредитам, у другого 90 тысяч по страховым взносам. Должники доставили автотранспортные средства на стоянке. Если долги не погасят, то их машины реализуют. Приставы выявили их с помощью мобильного розыска. Данное приложение устанавливается на телефон, и с помощью этого либо судебный пристав вносит номер регистрационного автотранспортного средства, либо фотографирует номер, и устройство выдает, является ли должником данный собственник автомобиля, либо нет.